Доброе утро всем! Это еще один прекрасный день в Беверли-Хиллз. Что за хрень? Кто же это? Фоули? Вы сказали Фоули? Фоули, ты украл гребаный вертолет? Я не рассчитывал, что ты не умеешь водить вертолет. Я бы придумал что-нибудь поумнее. Я говорил, что это плохая идея. Ой! Эй! Мы подбиты! Ребята, это унизительно. Я бы лучше сел за оказание сопротивления, чем ехал в этой вашей машинке для мороженого. Йоу, вы лего-копы. Джейн, это твой отец. И прежде чем ты повесишь трубку, я скажу, я арестован. Я... Алло? Эй, вы счет оплатили? У вас телефон не работает. Я не впервой в Беверли-Хиллз. Да, я в курсе. 84-й, 87-й, 94-й. Но мир немного изменился. Что тебя привело в родной участок? Мне позвонил Билли. У него проблемы. Чё тебе надо от меня? Я хочу, чтобы ты просто был копом. Сделай что-нибудь. Арсер, если ты повредишь хоть один фонарный столб... Вы на снегоуборщике? Да, я на снегоуборщике! В чем проблема? У снегоуборщика много слепых зон. Я под прикрытием с Ахсвелем Фоули. Скольких людей ты уже выбесил? Это значит, что мы близко. Все в порядке? Все в порядке? Дай хоть ремень надену. Чертям ремни! Понеслась! Нам нужна подмога. Вау! Какого хрена ты творишь? Вызываю подмогу. Я скучал по тебе, Аксель.